Земля в опасности. Глобальное потепление или столкновение с астероидом-убийцей. Караваны космических кораблей с землянами на борту отправляются на поиски запасной планеты. Чтобы сохранить человечество, встает главный вопрос – как продолжать свой род в условиях невесомости или на той же запасной планете? Я думаю, что выбор невелик. Фактически настоящих планет только две, которые можно осваивать хотя бы гипотетически – это Венера и Марс. Но если на Марсе условия более пригодные для жизни, то на поверхности Венеры температуры 500 градусов. Жить можно только на большой высоте или на орбите Венеры – в космосе. Подходить к вопросам репродукции в космосе начали с флоры. Еще полвека назад провели эксперименты на растениях. Четыре поколения выращенного на орбите гороха ничем не отличались от своих земных сортов. Потом – выведение на орбите насекомых – крошечных плодовых мух дрозофил. В 1979 году в космос отправили яйца перепелок, чтобы проверить, как развивается эмбрион в условиях невесомости. Мы получаем на выходе абсолютно нормального птенца. А вот дальше начинается проблема. Проблема связана с тем, что этот птенец должен найти опору, точку опоры. Он должен встать на свои ножки и начать двигаться. Не найдя опору, птенцы беспорядочно кувыркались. А через 10 часов у новорожденных происходила полная атрофия инстинктов. Птенцы не реагировали на свет и звук. И там беда была в том, что через четверо суток они просто погибали. Значит. И это два раза мы вылупляли птенцов, и после этого отказались, потому что просто с ними там невозможно работать. С животными последний раз биологический мини-ковчег летал на орбиту 16 лет назад. Весной 2013 года эксперименты продолжат. Однако на биоспутнике Бион будут только однополые особи. Был эксперимент с крысами, которые, так сказать, посылались в космос уже, так сказать, с плодом. Вот. И, в принципе, там не обнаружили ничего сверхъестественного. Это как раз было на биоспутниках. Но, опять-таки, это все единичные эксперименты, и такие исследования надо просто проводить. После приземления у космических крыс появилось потомство. Но подойти к проблеме размножения непосредственно в космосе пока не получается. Непростая задача. Животные, теряя привычную среду обитания, просто не могут реализовать свой половой инстинкт. Человек же, в отличие от зверюшек, в принципе, может. Homo sapiens обладает абстрактным мышлением и в состоянии создать подобающий эмоциональный фон. По этическим соображениям подобные эксперименты не проводятся. Но женщины в космос летают уже 50 лет. Самый большой риск был у кого? У Терешковой. Наша чайка улетела, и никто на Земле не мог бы сказать. А самое драгоценное, что есть у человечества, это женский организм. Сохранится ли после полета в космос? Сумеет ли он родить ребенка там после этого полета? Это ведь на этот вопрос никто не отвечал. В июне 64-го, через год после полета в космос, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова родила дочку. Отец ребенка, Андриан Николаев, также был космонавтом. В 88-м году у второй женщины-космонавта Светланы Савицкой, дважды побывавшей на орбите и даже поработавшей в открытом космосе, родился сын. Однако риск остается. У нас мало вообще, единицы насчитывается космонавтов, которых, как говорится, после длительных полетов обошлось и растет здоровое поколение. А если больше, то это уже, в общем-то, опасно даже при орбитальных полетах. И все же человечеству необходимо искать какие-то новые пути в биотехнологиях, защите от радиации, создании искусственной гравитации. Опускаю ниже. Стоп. Гидролаборатория ЦПК – обязательный этап подготовки к полету. Здесь, в условиях нулевой плавучести, космонавты отрабатывают навыки работы в открытом космосе. Вода имитирует невесомость. Если для взрослых вода пусть и комфортная, но все-таки чуждая среда, то для грудных детей – родная стихия. Маленькие ихтиандры будто подтверждают – жизнь на сушу вышла из океана. Есть эта связь между тем, что малыш находится примерно 9 месяцев у мамы в околоплодной жидкости, и тем, что ему легче привыкнуть потом к водичке. Но, в принципе, это логично, потому что от момента рождения, от момента того первого купания проходит всего 2 недели. Это очень мало, чтобы чего-то там забыть. Словом, если для родившегося ребенка невесомость – более естественное состояние, то для женщины необходима гравитация, сила тяжести.
очень быстро в невесомости, дряхлеют мышцы живота, таза, способность к выталкиванию плода. С другой стороны, ребенку тоже нужна искусственная гравитация. Не ощущая земного притяжения, организм не сформирует скелет и мышечную систему. Новорожденного на орбите невозможно, как взрослого, одеть в специальный нагрузочный костюм для тренировок. Он просто, значит, будет лишен того, что будет ему необходимо жизненно, когда он вернется к земным условиям. И вот этот жестокий эксперимент, на который мы с вами пойдем, допустив рождение ребенка в этой чужеродной для него среде, значит, приведет к тому, что мы привезем на Землю, ну, если не инвалида, но это полностью дезадаптированного человека. Пока рождение детей в космосе – вопрос теории. Однако спустя время это будет реальностью, когда земляне на своих кораблях отправятся на далекую планету, которая станет домом для их потомков, рожденных в космосе.